С разрешения президента Дональда Трампа Комитет по разведке Конгресса США опубликовал текст, ставшего скандальным меморандума Нуниса. С точки зрения Трампа и республиканцев, меморандум содержит доказательства, что сотрудники ФБР и Министерства юстиции предвзято относятся к президенту. Вопрос о публикации меморандума вызвал разногласия между Трампом, ФБР и Министерством юстиции. ФБР сделала экстраординарный шаг, открыто призвав не делать меморандум доступным для широкой публики. Демократы в Конгрессе утверждают, что республиканцы опубликовали неполную версию документа, чтобы доказать, что расследование связи кампании Трампа с Россией политически мотивировано. Рэндалл Маргрейвс, отец трех спортсменок, ставших жертвами сексуальных домогательств Ларри Нассара, попытался атаковать Нассара в зале суда. Однако охрана скрутила Маргрейвса. Нападавший признал свою вину и пообещал более не посещать заседания судов. Судья освободил его от наказания. Самый известный четвероногий синоптик США Сурок Фил предсказал, что прихода весны нужно ждать еще 6 недель. Фил живет в городе Паксатоне, штат Пенсильвания. Он занимается предсказаниями с 1987 года.